Поддержка семей с детьми, рост пенсий и доходов граждан. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Главной темой обсуждения стал бюджет страны на 3 года. Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую 3-летку. Как бюджета развития, именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей. В области экономики, в целом инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели. И в ближайшие годы они также будут расти. На совещании Владимир Путин поставил задачу сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы будущая мама могла получать выплаты и пособия, начиная с беременности и до окончания ребенком школы. В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет, в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель. Либо, если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Отдельно президент коснулся вопроса повышения довольствия сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в ближайшие 2 года общая сумма их денежного содержания будет расти на 9% в год. В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно. Также Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. В планах запустить новую программу, в которую войдут дома, которые признали аварийными на январь 2021 года.